Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов и описание к этим работам по прекрасному изданию «Великие музеи мира». Знахарь Герард Доу, 1652 год, дерево масла 112 на 83. Нидерландец Герард Доу несколько лет учился у великого живописца Рембрандта. Он принадлежит к кругу так называемых «малых голландцев». Это целый ряд мастеров 17 века, которые создавали картины небольшого размера для горожан, любителей и коллекционеров искусства. Они предназначались для украшения гостиных, поэтому самыми популярными темами были жанровые сценки и натюрморты. В те годы Доу являлся одним из самых высокооплачиваемых художников. Популярность и успех его произведениям принесли, как можно увидеть на примере данной картины, хорошо аранжированная композиция, внимание к мелким деталям быта, мастерство обобщения человеческих характеров. Технически Доу пользовался живописным арсеналом приемов, которые были разработаны в итальянском искусстве. Он усилил их голландской тщательностью обработки фигуры. Художник рисовал тонально, со множеством колористических переходов, очень мягко, используя сдержанную, благородную цветовую гамму. Вот такое описание к работе Герарда Доу «Знахарь» около 1652 года. Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.